центральном районе появился Царицынский проезд. Безымянная улица, протянувшаяся вдоль Михайловского сада от канала Грибоедова до Мойки, наконец обрела название. До революции улицы здесь не было. Это была территория Михайловского сада. Позже по ней проложили трамвайную линию, а затем проезд открыли и автомобилям. Но вот название так и не дали. Больше полувека улочка была безымянной. Царицынским проезд предложили именовать краеведы еще 3 года назад. Более 2 лет ушло на всевозможные согласования. Почему Царицынский проезд? Потому что ведет он от Спаса на Крови на Марсово поле, которое когда-то в момент своего появления на карте Петербурга называлось Царицын луг. Царицын в честь царицы Екатерины, но не второй, а первой, потому что на месте нынешнего Михайловского замка стоял когда-то ее летний дворец. Новый топоним – удачный пример привязки к истории города, отмечают краеведы. В ближайшее время на въездах должны появиться дорожные указатели. А вот табличек, скорее всего, не будет. Дома уже имеют адреса. Одновременно с этим проездом когда-то утраченные названия получили Амбарная улица у площади Александра Невского и Банный переулок от набережной Фонтанки до Загородного проспекта.